Знаю Аллу Давыдову, она очень сильный, мощный художник. У нее громадное количество очень живописи, очень много выполнено работ, гобелены, мастера высокие, очень много любит путешествовать, ездить все. Но самое сильное в человеке это память. Вот я сейчас с возрастом понимаю, что память, воспоминания о прошлом, о чем, и то, что она вернулась вот своими внутренними чувствами, к тому, как бы откуда она произошла, родилась, и произошло это все, жизнь меня это, вот сейчас начинает еще больше волновать, вот когда с возрастом человек понимает, что вот его предки, его родина, его какие-то устои, истоки, то, что она и не видела никогда, то, что она только чувствами какими-то произошло в нее, и чем она жила и питалась, как мы соками матери, соками земли питаемся и живем, и потом, кто же наши предки, кто же наша родина, что же у нас вообще произошло, и все. И мы не беспамятны. И вот эта память, которая остается в человеке, то, что она ее сейчас коснулась вот в этих работах, благодаря многим-многим событиям, произошедшим там последние годы в ее жизни, она коснулась своего нутра. Коснулась вот того, вот эти фотографии, которые она взяла и преобразила в образ материального восприятия. И вот это вот одна из, ну, мне все работы нравятся, даже я вообще, когда пришел сюда, я такую фразу произвел, извиняюсь, Леночка, что она достойна большего. И действительно, она достойна большего помещения, большего пространства, большего такого музейного классического образа, который она частично привезла из Питера. Вот именно вот ту любовь и ту красоту, питерскую еще, и воспоминания, она привезла сюда. И вот когда там идешь, вот такой есть там музей, там многие не были из вас, может, никто не был, Эрмитаж называется. И там идешь, и там есть открытие времени. Открытие вот какого-то большого пространства временного. И вот часть этого пространства, часть этого времени она привезла сюда. И вот это вот очень как бы явно в Москве вообще-то произошло событие. И вот сейчас довольно мало лета людей пришло. И я так надеюсь, мы еще друг другу скажем, и вот это время, оно будет очень посещаемо. Аллочка, я тебя поздравляю. Выставка очень заставляет задумываться о многом. И о нас, и о себе, и о судьбе, и о многом-многом. Так что поздравляю тебя, поздравляю галерею. Леночку, которая открывает вообще новые-новые имена. Да. И музей, и все пространство, они подходят. Ночевал? Нет.